мире благодать да умножится. Огромное спасибо передаю тем братьям, сестрам, которые сегодня в трудное время заботятся о церквях, о тех людях, которые нуждаются в еде, в поддержке. И благодарим в первую очередь это немецких партнеров, да, наших братов и сестер, которые помогают. И меня зовут Савин Александр Викторович, я помощник пастора Церковь Добрых Справ города Киева, а также реабилитационного центра в городе Кагарлык, где находится сейчас 42 человека. Получили вот этот вот груз от живой надеи, да? Журавель Павел помог нам сойтись и получить эту помощь. Мы благодарим за то, что вы заботитесь о нас и поддерживаете. Herzlichen Dank, meine liebe Geschwister.